Вот куда мы приехали. И сейчас, видите, поднялись вот так вот высоко. Там вот лошадки бегают, сквозь деревья видно то, что я вам показывала. Народа много, много россиян. Я смотрю, машин очень много российских. И вот еще какие-то иностранные. Литва или Латвия, вот это что-то. Здесь, видите, отдельные ринги по другим собачкам. Смотрите, какие палатки. Жить собрались. Ну что, где мы будем с тобой стоять, дамочка? Собачку зовут как кота на выставке. Надо нам так сфотографировать наших клёвых. Первое место. И мы с тобой. Давай. Ну чё, по приколу. Ну что, вы красавицы? Лошадках так и катаются. Смотрите, какое небо красивое. На лошади. Хороший вид спорта, я должна сказать. У нас доступно нашим детям моего города заниматься таким спортом, потому что мы проживаем очень близко. Там, по-моему, с 12 лет берут деток для занятия конным спортом. Вот такие вот дела. Не у всех есть такие возможности. Что хочу сказать. Девчонки мои сидят. Ой, на меня посадила так странно женщина, что я тут записываю. Видите, сидят, страдалицы, посадила, они очень устали. Вот так вот мы с ними переезжаем, они в боксе. Вот, ну, чтобы бокс не открылся, еще даже замотали скотчем случайно, чтобы не открылся. Там у меня сумка с документами. Блин, тут трохи беспорядок в машине. Всякие эти маски, так и живем. Я уставшая, замученная, себя показывать не буду, чтобы пугать народ. Вот, голодная, собаками, и не отойдешь, не покушать, ничего. Вот, много интересовались, много фотографировали девочек. Девочки нравятся. Вот, кто-то в раздумье, каждый свою породу должен найти. Были такие, которые, да, и мечтали об такой породе, мечтают. То есть люди думают в телефоны, ну, дай бог. Сёма? Подержи сам, держи. Ты ж собакам не пускай собаку. Хорошо? Не, не трогай, пусть он сам, пусть он сам. Сейчас собаки. А какой возраст этого мальчика вашего? 10 месяцев. 10? Боится? Да. Вань, а морда похожа как нашего, как полоска. Хуже, да. Полоска, видишь, у нас тоже такая была тонкая. Не-не-не. Это он улыбается. У нас так на этот, на картинку. Таксы, щеточки. Все готовятся пройтись на оценку. Вот, пожалуйста. Лисичка идет. Оу.
Мама! Ау! О, красавчик. Морду видел, как у Нани будет. У нашей. Про балкон идет. Хвост хорошо, хвост упустил. Уже хвост, хвост. Кобеля теперь. Конечно, то есть девочка идет, а он за девочкой аж бежит. Все теперь. Где моя девочка? Где хвостик? Хвостик закручивай, дай. Сколько месяцев, интересно, этой газели? Мадам, мадам. Ой, мой упал. Упал. Убежал, наверное. Семен отошел. Я не замечала, что такая вот, видишь, какая светлая.